Всем моим зрителям огромный привет! Сегодня я хочу с вами посоветоваться. Я хочу подобрать себе яркую матовую помаду, но не хочу, чтобы это выглядело как-то легкомысленно или как-то чересчур, или вульгарно. Вот. Хочу посоветоваться с вами, как вам, например, вот этот вариант помады. Я эту помаду не стала покупать, я использовала тестер в магазине на Мазюклассе и пошла. Вот. Хочу спросить вашего совета, как вы думаете, как вам нравится, не нравится, чересчур ли. Вот. Мне хотелось какую-то яркую помаду на весну, лето, но так, чтобы это не выглядело как-то легкомысленно или вульгарно. Вот. Посоветуйте мне ваше мнение, ребята, очень важно. Хочу вот у вас спросить совета. Может быть, тоже блондинка с таким же цветовым фоном, оттенком. И, может быть, у вас есть какой-то совет для меня, какую-то помаду подобрать. Всем спасибо, ребята. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. Пока-пока.